В Московской области стартует фотоконкурс «Эмоции лета». Лучшие работы могут стать лицом кампании по продвижению летних туристических активностей в Подмосковье, попасть на региональные тематические билборды, а также стать обложкой журнала или путеводителя. Конкурс проводится в 5 номинациях, итоги подведут 10 апреля. Победителю в каждой из номинаций вручается приз – 2 билета в музей «Новый Иерусалим».